Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Футбольный клуб «Крылья Советов» и Сергей Божин договорились о досрочном расторжении контракта. Защитник выступал за основной молодежный состав «Крыльев» с 2011 года. Вместе с командой он вернулся в премьер-лигу в сезоне 14-15. В основном составе Сергей провел 35 матчей и забил один гол. Грузинский голкипер «Крыльев» Георгий Лория перейдет в «Анжи». Контракт между 31-летним футболистом и махачкалинским клубом будет подписан на следующей неделе. В расположение «Крыльев» вернулся бразильский защитник Жозе Натсон, выступающий за команду с 2013 года. Он провел за «Крылья» 90 игр в различных турнирах. Жозе по семейным обстоятельствам пропустил предсезонные сборы и поэтому смог присоединиться к «Крыльям» только сейчас. Украинский защитник Дмитрий Немчанинов официально стал игроком самарского клуба. Контракт рассчитан на 2 года. Защитник будет играть под номером 23. 27-летний футболист в этом сезоне выступал за Донецкий Олимпик. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!